И снова всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Современные родители». И в этом выпуске я собрала для вас лучшие модели антипригарных сковородок. И если вам понравится одна из них, то в описании я оставила для вас необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. IKEA Havera – крайне простая и недорогая сковорода с тефлоновым антипригарным покрытием. Предназначена в основном для приготовления простейших незатейливых блюд – блинов или оладьев. Основной материал сковороды – алюминий. Быстро набирает температуру, также быстро ее теряет, распределяет равномерно по всей поверхности. Простое тефлоновое покрытие позволяет использовать минимальное количество масла для приготовления. Но из-за этого модель можно мыть только вручную и использовать на газу или электрической плите. С индукционными плитами сковорода не дружит, как и с духовкой. Диаметр сковородки составляет 22 сантиметра, а весит она всего 250 грамм. Поэтому переворачивать блины можно легким взмахом всей сковородки. Модель дико популярна среди пользователей. Хвалят за максимально демократичную цену, антипригарное покрытие. В целом со своими задачами модель справляется. Редкие претензии касаются скорее качества доставки. Так как материал мягкий, то сковорода пришла некоторым пользователям мятая. Да и в быту обращаться с ней придется чуть понежнее, чем с чугунной. Для защиты она явно не подходит. А вы, дорогие зрители, не забывайте подписываться на наш канал «Современные родители». Свежие подборки товаров для детей и их родителей выходят на канале регулярно. А после подписки активируйте колокольчик, чтобы гарантированно не пропустить новые ролики. Нева Металл Посуда Литая – это еще одна сковорода для приготовления блинчиков, но заметно подороже предыдущей модели. Тут, правда, и запас прочности побольше. При диаметре в 24 сантиметра она обладает довольно толстым дном в 6 миллиметров. Изготовлена модель из литого алюминия. Антипригарное покрытие многослойное на водно-керамической основе. Разработчики обещают, что покрытие может выдержать как минимум 2000 циклов приготовления. Это покрытие способно работать даже при незначительных физических повреждениях. Также сковородка прекрасно дружит со всеми видами плит, кроме индукционных. Мыть в посудомойке не запрещается, хотя производитель рекомендует все же использовать специальные моющие средства. Бортики у сковородки низкие, поэтому при достаточной ловкости можно переворачивать блинчики взмахом всей сковороды. Хотя и тут нужно будет немного привыкнуть, так как весит она 620 грамм. Пользователям сковорода в основном понравилась. Положительно оценивается надежность, качество антипригарного покрытия, толстое дно. Кому-то модель показалась немного тяжелой. Также опять есть вопросы к качеству доставки, так как некоторым пользователям приходят сковороды со сколами и повреждениями покрытия. Не забывайте, друзья, что ссылки на все модели есть в описании к видео. Если вам что-то приглянулось, то стоит зайти именно туда. Кукмара Гранит Ультра – это большая сковорода на 28 сантиметров. Изготавливается из литого алюминия. Бортики получились высотой 6,5 сантиметров, при их толщине в 4,5 миллиметра. Толщина дна же составляет 6 миллиметров. При таких параметрах модель весит чуть более 1,5 килограмма, то есть довольно увесистая. В качестве антипригарного покрытия используется немецкое типа ультрагранит. Многослойное минеральное покрытие, не содержащее синтетических полимеров. Хорошо держит удар неострыми металлическими лопатками или ложками. Втыкать в сковороду нож, конечно же, не стоит. Склонна к душевному диалогу со всеми видами плит, кроме индукционных. Также согласна мыться в посудомоечной машине. Но перед этим стоит прочитать рекомендации производителя в инструкции. Пользователи хвалят модель за качественное антипригарное покрытие, сбалансированный вес и приятный вид. Отмечают и долговечность сковороды те, кто приобрел такую модель не в первый раз. Из существенных недостатков можно выделить разве что снова приезжающие сковороды уже со сколами или царапинами, но это совсем редкие истории. А сейчас можно немного отвлечься и поставить лайк этому видео, и даже начать писать комментарий со своим мнением. Это не только поддерживает нас, но и может помочь другим пользователям.
Нева Металл посуда – ферроиндукция. Собственно, в названии раскрывает свои основные отличия от предыдущих моделей. Помимо газовых, электрических, стеклокерамических плит, она ладит и с индукционными. Внутри задействована специальная технология под названием Full Induction. Суть ее в том, что весь индукционный диск имеет магнитопроводящие свойства, поэтому максимально оптимально нагревается плитой. Причем до нужной для жарки температуры понадобится всего 70 секунд. Покрытие здесь используется полимер керамическое и титан-2. Безопасное и относительно долговечное. Ручка съемная. Это удобно, если понадобится поставить сковороду в духовку или посудомоечную машину. И с тем видом техники она хорошо ладит. Основной материал все тот же литой алюминий. Толщина дна – одна из самых больших в рейтинге – 7 мм. Высота бортов – 6,8 см. То есть довольно глубокая сковородка. Пользователям сковорода в целом понравилась. В меру тяжелая, прекрасно работает с индукционными плитами, удобная ручка. Из основных претензий можно выделить редкие отзывы с недостаточно долговечным покрытием, а также разные системы крепления ручек у старых версий и новых. Тефаль Делисио – не самая доступная сковорода в нашем рейтинге. Сделана из литого алюминия и снаружи и внутри используется титановое антипригарное покрытие Titanium Pro. Содержит в себе титановые частицы и не содержит вредных для здоровья компонентов. Фирменное оповещение о температуре в этой модели называется термосигнал. Это красный кружок прямо по центру сковородки. Для индукционных плит модель не подходит, а вот со всеми остальными работает отлично. Диаметр модели составляет 24 сантиметра, и при таких размерах весит она 1,2 килограмма. В конструкции инженеры предусмотрели даже носики по краям сковороды, чтобы сливать излишнюю жидкость или жир. Пользователи говорят, что модель вполне стоит своих денег и качественно выполняет свои обязанности. Но есть некоторые претензии к качеству антипригарного покрытия, которое через некоторое время сползает. И опять же негативно оценивается упаковка, которая не защищает должным образом посуду при доставке. Polaris Pro Collection обладает уникальным антипригарным покрытием Diamant 3X Pro. 3 означает 3 слоя. Поверхность имеет микровкрапления, которые помогают лучшему распределению масла. Ручка изготовлена из бакелита, прочного теплоизоляционного материала. Модель будет рада работать на любом типе плит, включая индукционные. Моется легко благодаря антипригарному покрытию с внутренней и внешней стороны. Выглядит сковорода внушительно и монолитно, но весит при этом всего около 1,3 килограмма. Пользователи оценили сковородку положительно: хорошо сбалансированный вес, толстые бортики и дно, большая вместительность. Критических недостатков практически не замечено, разве что люфт крепления ручки, который устраняется с помощью отвертки. Molinvilla Brownstone PC24 – еще одна блинная сковорода в нашем рейтинге. В качестве покрытия используется семислойная гранитная пифлон. Основной материал – кованый алюминий. Сковорода отлично ладит со всеми видами плит, в том числе с индукционными. Толщина дна составляет чуть больше 3 мм, весит сковорода 850 грамм. Так что для эффективной жарки блинов нужно будет немного привыкнуть. Пользователи отметили приятный внешний вид, отличное качество антипригарного покрытия, практичность и удобство приготовления блинов. Из критических недостатков замечены редкие случаи выгибания центра сковородки. Также первое время ручка немного пахнет, ну и есть вопросы к качеству упаковки. А у меня все, дорогие друзья. Я очень надеюсь, что вы нашли что-то интересное для себя в этом выпуске. И если так, то загляните в описание к ролику. Там есть все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. Обязательно подпишитесь на наш канал «Современные родители». У нас всегда много интересных подборок для детей и их родителей. А на прощание поддержите лайком и душевным комментарием. Всем пока, до новых встреч!